Ну, это самый репорт, очевидно. Я видел, как Урюк бежал. Так я зарепортил и умер, алло! Я умер! Я зарепортил и умер! Ты чё, дебил? Как умер? Я тебя зарепортить. Я репорчу, и меня режет в этот момент! Это, короче, это мистер дебил, короче, и... На самом деле, короче, ты труп, ты не можешь говорить. Короче, ну это сломалась игра, потому что я его убил, а он репортнул, короче, типа, но это нечестно. Что за бред? Не, ну ты игра сломалась. Это знаешь, Руслан, как в фильмах там... Он перед смертью сказал пару слов, и типа мы добежали его. Не, ну Руслан, я как бы не ожидал, что я мертвый. Я думал, вот это баг какой-то. Нет, ты мертвый реально, короче, типа даже в крови, короче, весь, типа, и даже ты сейчас серым горишь, понимаешь? Ну я вижу теперь, но я об этом не подумал. Ну то есть, короче, игра сломана, рестарт. Давайте еще нравится. Знаешь почему? Я бы, может, даже молчал, но кто-то сказал, это самый репорт, и я, короче, меня так бомбануло. Я вообще не знаю, короче, типа, что ты... Даже если бы ты не говорил ничего, они бы поняли, что это не сам репорт, потому что ты сдох, блядь. Ну, меня бомбануло, извините, я не смог эмоции. Самое смешное, короче, вот реально. Дэн, короче, принимает, что он, короче, умер, и у него репорт, короче, стоит. Вот, короче, типа, о чем мы бы сейчас бы говорили? Мне просто интересно. А кто вторым был? Кто вторым был? Липовый мед. Липовый мед. Бля, мне в кои-то веки, блядь, выпал Дэн, а ты понял, когда двери закрылись, что нас сейчас резать будут с тобой, короче? Дэн, создавай.